Не по-человечески. Александр Пеклушенко возмущен условиями, в которых находятся заключенные запорожского СИЗО. Во время рабочего визита пообщался с осужденными, обошел камеры и сделал неутешительные выводы. Какие есть пожелания? Так отвечает, когда не очень все нормально. Сегодня в следственном изоляторе находится около 800 человек. Из них 18 несовершеннолетние, более 50 – женщины. В одной камере живет порой до 8 человек. Из-за этого дышать в помещениях очень сложно. Чтобы улучшить быт заключенных, в СИЗО своими силами проводят реконструкции камер. И в состоянии ремонта, признаются, находятся практически постоянно. Ежедневно в СИЗО идет перемещение от 100 до 150 человек. Вот представьте, если в вашу домашнюю квартиру вот в таком количестве хотя бы один человек будет переезжать ежедневно. Такое состояние будет любая отремонтированная квартира. Если государство повернется лицом к этой проблеме, если мы этого человека максимально гармонизируем и адаптируем социально, у нас количество преступлений сократится. Если же мы этим заниматься не будем, то мы выращиваем здесь матерых преступников. В обладминистрации обещают помочь с вентиляцией помещений и выделить средства на косметический ремонт. К тому же готовятся перевести заключенных с открытой формой туберкулеза из медчасти СИЗО в спецотделение Софиевской исправительной колонии. На это уже выделили деньги из облбюджета.